Здравствуйте, с вами запоздалый ноябрьский выпуск 32 Дейс от Бени. Ваш знакомый и наш знакомый хаслер, блядь, черномазая, блядь, сука, ебашит, короче, пока мы тут, блядь, полузимуем, получо, блядь, ездит по Европе, отдыхает в какой-то хер знает страну, блядь, короче, въехал, блядь, ходит со своими подружками, поет максимальные русские песни, в здоровенной куртке, ему, короче, по колено куртка, в узких штанах, вот, ходит, орет, и в итоге в этой стране есть район, где ненавидят белых, и он, короче, так как он черный, у него все друзья белые в Москве, а когда он приехал туда, там все наоборот, и, короче, его белому другу и ему нахуярили, короче, в этом квартале. Предоставим вам небольшой отрывок, как он занимается херней в этой дурацкой стране. Мы даже не знаем, что за страна, потому что все конфиденциально. Не знаю вообще, блядь. Вот, и, короче, посмотрите, и можете написать Федору, что он черный. Колян отснял еще один One Day Edit, как он катается на лыжах. Пиздец, задрочил уже, блядь, круче профаков катается снежками, блядь. Колян пора на склоны, блядь, ебашить по целине, ебашить, блядь, трюки, фристайл, макарата, фрундель, караты. Пес можно будет пропалить по ссылке и оставить Коляну на его странице комментарий. Короче, бля, Калаша нашего, Даниэль Профака Калаша взяли на омега-спонсорство. Значит, спонсорство заключается в том, что он должен рекламировать шмотки своего спонсора, не более. Кидать, короче, на стенку к себе одежду, говоря то, что... Бля, пацаны, вот, короче, я даю рекламу, вы должны, короче, покупая одежду, сказать то, что я, типа, вам сказал, что вы должны купить эту одежду. Типа, я такой Калаш, я такой крутой, покупайте мою одежду. Вот, и ему за это ничего не будет. Вышел супер-мега-качественный iPod Edit от наших митинских профаков. Покатались, пока не было снега, короче, было сухо. Очень сильно отличился Андрюша, блядь. Здоровый, блядь, как груша, блядь, на своем маленьком BMX, блядь, стрит-профаке, блядь, маленьком. Ебашит пиздец. Андрей, BMX не для тебя, купи себе двухподвес. Ты, блядь, себя видел вообще, нахуй? Здоровенный, блядь, сука. Здоровенный, блядь, дрон, блядь. Сука, дрон, здоровенный дрон. На BMX'е, нахуй. Сука, подбородок, бля, я реально говорю, я убью. Запустился сайт imewaiting.ru. Блять, если вы нахуй там не будете сидеть, я вас всех нахуй порежу, блять. И всю, блять, украинскую вашу банду там, блять, ЛС Малиновских нахуй вырежу, блять. Короче, блять, регистрируемся на сайте. Там будут точные, вплоть до самой, сука, секунды, выходы, блять, байк-чеков. Точная информация, вообще точнейшая, прям, вы будете ждать на сайте, блядь, создали, блядь, события, нахуй, жду байк-чек, нахуй. Нажал, блядь, ждешь, нахуй, и все, блядь, зашел, посмотрел, когда вы, через 3 дня, через 2 дня, через 15 минут, уже, чтобы знать точно, мы будем прям в кратчайшие в эти строки, в точные выкладывать. Вот завтра вот эти видосы будут, например, в 8 вечера, сказал, в 9. Вот он жрет, он не понимает, что они будут в 9, но они будут в 9. Зимой мы пока приостановим выходы байчеков. Они, как бы, может быть, 1-2 заснимем, но так чисто побеситься, может, видео какие-нибудь эдиты. Вот, скинем их в группу. А так байчеков, наверное, не ждите. Но весной выложим. Весной уже будут байки обновляться. Хуже все заржавеет сейчас за зиму. Вот. И поснимаем еще байчеков, выложим. Так что не отписывайтесь от нас в группе. Просто ждите. И мы что-нибудь выложим. Ну, в любом случае, что-нибудь выложим. Короче, подписывайтесь ВКонтакте, на Ютубе, читайте нас в Твиттере, блядь, ждите на вейтинге, нахуй. Вот. Будь здоров. И, в общем, что-нибудь снимем, конечно. А пока что Али Хурма. Проверка микрофончика. Давай. Бля, вот никого нет еще, бля, смех бьет. Так, мне еще жарко, пиздец. И оставить ваши комментарии у Коляна на странице, давай. Гаси свет. Все.